никогда не угадаете, где у меня квартира. Охереть! Нормальная высота, слушайте. Это Москва-Сити! Мы замерзли. Да, здесь очень красиво, но очень холодно. Ага. Тут, короче, такие все стеклянные высотки, а она у меня вот там кра. Вот строители там в шоке, наверное. Чуть-чуть ветрено. Заходим внутрь. Вау. Опа, двери сами открываются. Здравствуйте, невидимый дворецкий. Пик. Вау, все такое из золота. Нормально, мы поднимаемся по секундам этаж. Мы завезли все вещи, и сейчас я вам покажу мою квартиру. Та-да-да-дан, та-дан. Вы посмотрите, какая красота. Обалдеть просто. А ночью тут вообще разнос. Весь город подсвечивается, и картинка просто. А тут у нас зал, диван офигительный. Он раскладывается на 5 человек. Первый телевизор. Тут просто куча шкафов, и они все открываются, и внутри лежит... А, толстовка Рахима, понимаю. Вот это кухня. Огромный просто холодильник. Мы тут уже кучу всего накупили, поэтому... Тут очень много шкафов, ребят. Очень много шкафов. Тут у нас коридор. Здесь у нас находится ванна, но я ее оставлю на сладенькое, потому что она просто бомбезная. А вот тут в шкафу у нас стиральная машина. Вот такая вот. Она, кстати, сегодня чуть не упала. Тоже очень много полочек, очень много полочек. Ну а теперь ванная. Раз, два, три. Уа! Ну просто космос. Тык. Опа. А теперь спальня. Раз, два, три. Второй телевизор. Офигительная панорама на Москву. Просто огромная кровать. В жизни она в 2 раза больше, отвечаю. Также очень много шкафов. Я не понимаю, для кого вон те. Я же до них не дотягиваюсь, Никит, это понятно. А я... Вид просто. Это просто, ребят. Это просто. Ночью выглядит, на самом деле, в 10 раз лучше. У нас, кстати, есть 2 вот такие, кстати, фиговинки, которые регулируют температуру во всей квартире. И это очень круто. Еще, да, как вы могли заметить, тут нет окон. Потому что окна тут тоже своеобразные. Знакомьтесь, это окно. Работает оно вот так. О, как зажужжало. О, и воздух пошел. О, как дует. Ага. Но самое козырное место вообще во всей этой квартире, это, конечно же, диванчик. Потому что ты можешь вот так романтично лежать, и сзади будет такая панорама. Подписывайтесь, ставьте лайки, строчок плюсень, будет лайк.